Нет, это не радость победы, а скорее выплеск эмоций, чтобы быть раскрепощенным и наслаждаться фехтованием. Такое стало возможным благодаря родоначальнику фехтования на Алтае Владимиру Феоктистову. Теперь в его честь проводят памятные соревнования, уже 17-е по счету. На этот раз всероссийский турнир собрал в Барнауле более 100 спортсменов. Основные баталии развернулись между Барнаулом и Новосибирском, главным нашим соперником. Потому что там очень сильно развито сабельное фехтование, и если брать вообще статистику в сборной команды России по всем возрастам, то там где-то 50% это представители Новосибирской области. Этот турнир – первый шаг, или по-другому – репетиция на пути к сборной страны. А вот уже на следующем всероссийском турнире имени четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова разыграет путевки на первенство Европы и мира. Кому улыбнется удача, спрогнозировать не берутся даже тренеры. Ведь и на барнаульском турнире результаты поединков были неожиданными. Так, прошлогодний победитель соревнований, барнаулец Дмитрий Постоев, на этот раз свои чемпионские полномочия сдал. Золото забрал новосибирец. Может, потому что был физически не готов, не сильно. И картину боя начал сразу же не так рисовать, как надо было. Поэтому и проиграл уже, провел анализ. Сделав работу над ошибками, Постоев выступил в командном зачете в качестве капитана первой алтайской команды. В итоге у коллектива «Золото» в финале перефехтовали сильную команду из Новосибирска. Женщины и в командном, и в личном зачете серебро уступили столице Сибири. Но в целом результат алтайских фехтовальщиков, отмечают эксперты, неплохой. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.